Как вы думаете, кто умнее, кролик или заяц? Разложим факты. Заяц-кочевник жилищ не строит, кролик строго территориален и роет нору, в которой живет, прячется и выводит потомство. Заяц бросает своих детишек под кустом, в корнях повальных деревьев, в поле, часто непосредственно перед весенними полевыми работами. А что, умно, комбайн, не трамвай, объедет, а тракторист, он же зоркий сокол, он должен заметить. А кролик роет нору в укровном месте, маскирует ее, прикапывая крольчат и утаптывая почву. Заяц отлично приспособлен к жизни в дикой природе. Он убегает от опасности с невероятной скоростью. Он силен и вынослив. Он даже может дать сдачи обидчику. Кролик предпочитает прятаться. Он менее силен, он менее вынослив. Но сила и скорость зайца не показатель интеллекта. С дуру можно и олимпийский рекорд по бегу побить. Кролика давно одомашнили. Заяц одомашнивается очень тяжело. Кролик в неволе прекрасно обучается. Кролики знают свою кличку, различают людей, любят, когда их гладят, приучаются даже к туалету. И в целом во многом конкурируют с кошками. Ну, а кто по-вашему умнее? Заяц или кролик?